Привет всем. Короче, время 5 утра. Я уже всю ночь почти не могла спать. Уже проснулась. И Костя проснулся, видимо, из-за меня. Потому что я не спала, он услышал. И мы уходим уже по дворам, по кустам. Везде смотрим и ищем кубика. Потому что он уже сутки как пропал. Его видели соседи наши на первом этаже вчера в 5 утра. Он у них мяукал, у одних на первом этаже мяукал, у одной на первом этаже живет морская свинка. И как она рассказывала, он сожрал ее корм, поспал на стуле у них, поцарапал хозяйку. В общем, поцарапал. Поцарапал соседку. И я не знаю, она его прогнала или он сам убежал. В общем, его нигде нету. Вчера мы его весь день искали. Вот Костя сидит у нас, холодно на улице. Костя, чё, где твои глаза? Тебе не жарко? Не слишком я тебя одела? И да. В общем, нету нашего кубика. Я не знаю, как он с балкона. Он на ночь приоткрыт. И он, в общем, вышел. Хотя он этого уже не делал. И ночью он спал всегда у нас. Но вот он вышел. В общем, он вышел на балкон, и каким образом, видимо, он упал. Я не знаю, как. Так, здесь мы не пройдем. Надо обходить. Да, я, конечно, с ребенком не сильно мобильная. Мужу надо на работу. Он с утра тоже встал пораньше, посмотрел. Везде мы на ночь поставили еду около подъезда в кусты. Но еда не тронута, и вода не тронута. В общем, я не знаю, где он. И мне кажется, уже навряд ли. Навряд ли я его найду, потому что прошли уже сутки. Может быть, поначалу он еще где-то в кустах сидел, а сейчас убежал. Я вообще не имею понятия, как он мог с третьего этажа очутиться на первом, на балконах. Я подозреваю, что он упал, но то, что он там еще спал и ел у морской свинки, а потом куда-то ушел. Господи, где же он может быть? А у нас здесь еще выходишь и сразу лес. И вон туда дальше, тут теннисное поле, и вон туда дальше поля начинаются, просто поля. В общем, тут простор, иди, не хочу, иди куда хочешь. И где его теперь искать? Я не знаю. В общем, буду искать, смотреть дальше по кустам, надеюсь, что найду. Господи, бедный кот, он сейчас сидит где-то и голодный, холодный. И весь в шоке, просто боится. Время уже 8:30 утра. Я заправила кровать, позавтракала, хотя ни аппетита нет, ничего. Хожу, чуть не реву. Вчера еще Костя играет. Вчера еще у меня не было такого. Какого-то тревоги и переживания за кота, потому что мне почему-то казалось, что он придет, но придет вечером, когда вот именно смеркаться будет, когда потемнее станет. Мне почему-то казалось, что он придет, я была почти уверена. А теперь, когда он не пришел, и уже пошли вторые сутки, что его нет. Так жалко его. Я уже посмотрела, когда. Да, Костя тоже. Костя тоже в разговор подключается. Я уже посмотрела, когда открываются приюты для животных. Позвоню туда, оставлю данные свои, расскажу, как кот выглядит. Но я думаю, что навряд ли он туда попадет, потому что у нас здесь очень много домов частных. В округе. И я уже часто видела котов и кошек, которые гуляют сами по себе. Поэтому я не думаю, что кто-то увидит его, даже если что кто-то позвонит, чтобы его забрали. Позвонит в приют. Навряд ли это будет. Поэтому не знаю я, где его искать и что делать. Тут сижу, думаю, кот пропал, и у меня. Столько переживаний. А представьте, у некоторых людей дети пропадают. Как это вообще возможно пережить? Это вообще кошмар и ужас.
В общем, вот такие вот дела. Хожу по дому. И все напоминает о кубике. На подоконнике он так любил сидеть в окно смотреть. Да. Сегодня уже облазили все кусты. Вчера облазили все кусты. Нигде нет. Я не знаю, где он может быть. Где-то сидит и боится. Кошмар. А Костя не переживает. У него лезут зубы сверху, два штуки. И мне кажется, еще чуть-чуть, и они у нас вылезут. Температуры, слава богу, нету. Но вот по нему заметно, что он начинает все просто с такой жадностью грызть. Игрушки, все, что ему даешь. И слюни у нас текут. Поэтому зубы, скоро мы будем. Скоро у нас 4 зуба будет, зубастики совсем будем мы скоро. Нету нашего котика нигде. Как он мог свалиться или перепрыгнуть на первый этаж вот сюда вот? Вот где не вот эти вот цветочки, а вот эти. Вот здесь он был, у этой соседки, которая за всеми следит. И потом перешел вот сюда, вот на этот балкон, к той соседке. Ну а потом там уже низко, потом, видимо, спрыгнул и пошел гулять. Не знаю, что делать, если он не найдется, так жалко мне его. Он же абсолютно не может жить на улице, он домашний кот, он не знает, что делать. Ну хотя птичку один раз задушил, поймал. Может, хоть птичку себе поймать сможет, покушать.